подвал, я не знаю. В общем, я такого ужаса вообще не видела. А Мариуполя вообще нет. Нет больниц, нет, ну, театра, нет выставочных залов, вообще ничего нет. Мариуполь — это просто, это Грозный. Не школы, садики, все разрушены, дома разрушены. Это вообще, это ужас был. I have escaped, but I have my family. I have lost all my family. I have lost my house. I'm desperate.